Алексей Юрьевич, сегодня нам удалось запечатлеть некоторые бетонные работы, так вот хотелось бы разобраться, зачем это нужно и что мы, собственно, увидели. Ну, смотрите, я нарисовал вам вот такую картиночку. Это конструкции всех вот этих фундаментов, которые, на которые опираются колонны впоследствии, кроме лестничных маршей и лифтовых, вот это лестничные марши и лифтовые шахты. Они немножко другой конструкции. Все остальные конструкции под фундаменты, под металлическую конструкцию выглядят вот так. Только разных размеров. Зависит от нагрузки, которую они воспринимают на себя. Чтобы выполнить основное тело фундамента, основную массу фундамента из бетона B25, необходимо выполнить так называемую бетонную подготовку, на которой будет уже возводиться опалубка, укладываться арматурная сетка, то, о чем мы говорили, и вестись бетонирование вот этих вот этажей. Так вот, сегодня мы видели подготовку, это первый был бетон у нас, B7,5, это так называемая бетонная подготовка, которую мы сегодня заливаем, которую мы укрываем, заливаем под бетонку, или под бетонку она называется, принимаем ее с определенными противоморозными добавками, потому что на улице все-таки холодно. Ведем мероприятие по укрытию и обогреву. В общем, вот так. То есть фактически мы уже начали. Работы с фундаментом. Начали. В самом прямом смысле. А когда же будет уже можно запечатлеть основную часть бетонной конструкции? Сейчас у нас в программе это прописано во всех СНИПах, во всех ГОСТах. Мы ведем контроль температуры этого бетона, контроль прочности этого бетона. Как он достигнет необходимой прочности, мы сюда заходим. Я думаю, что это дня два еще примерно вот так.